Друзья, всем доброго утра. Это второй день моего отдыха в Греции. Я вот проснулся, позавтракал и иду на море. Погодка прекрасная, не облачко, светит солнышко. Бархатный сезон в самом разгаре. Это меня не может не радовать. Потому что перед приездом, вот те, кто уезжал, говорили, что были 3 дня дожди. Буду надеяться, что на дожди я не попаду. Море находится вот впереди, я как раз иду к нему, насколько я помню. Именно этой дорогой мы шли 3 года назад на море. От отеля, там, где я живу, ходьбы где-то минут 5-7, не больше. Вот такие вот красивенькие домики. До моря еще немного осталось. Ну что, сейчас приду на море, разложусь и что-нибудь еще поснимаю и вам расскажу. Друзья, дошел я до моря. Даже мне показалось быстрее, чем за 5 минут. Очень хотелось увидеть море, шел быстрым шагом. Пляж пустой, как вы можете видеть. Все кафушки уже закрыты. Сейчас я вот с этой стороны вам покажу. Тоже людей практически нету. Вот вижу с нашего отеля пару человек. Но, честно говоря, меня это не пугает. Я не люблю, когда много людей, когда шумно. Песок летит в глаза от бегающих детей. И присесть негде. А сейчас я как лорд присяду на шезлонг. Позагораю, покупаюсь. Вот сзади вижу такие уже закрытые кафешки. Я специально с собой не взял сюда кальян, потому что не был уверен, что... есть здесь, где подключиться свету. Сейчас я пройдусь по территории, вычислю, где есть какие-то выпирающие розеточки. Если есть розетки, то уже вечером или завтра приду с кальяном и буду вообще как принц сидеть на пляже, курить кальян. Все, не прощаюсь с вами. Чтобы вот повстречался с людьми, которые тоже приехали. У нас еще 3 бесплатные экскурсии входят в эту путевку. Там Метеоры, Олимп, там, по-моему, гора какая-то, Салоники. И еще какой-то рынок отвезут. Вот, по-моему, завтра будут Салоники, в воскресенье Метеоры. И при уезде по дороге, куда уже мы будем ехать, они завезут нас еще в Салоники. Я на этих 3 экскурсиях был. Очень прикольно. Метеоры, конечно, это красиво. Я же в дальнейшем вам все сниму, все покажу. И не может не радовать, конечно, что это все включено в эту стоимость. Потому что тогда, я помню, за каждую экскурсию мы платили по 25-30 евро. Если учесть, что вот эти 3 экскурсии, это выходит больше 100 евро. А как раз 100 с чем-то евро я заплатил полностью за всю путевку. Так что... видно, в качестве рекламы они сделали еще вот эти экскурсии, включили. Так, ну что, я иду по пляжу. Поближе вот к шезлонгам сейчас я выцеплюсь и посмотрю, где можно здесь найти розеточку. Ну что, солнышко начинает заходить за горизонт. Я позагорал, даже немножко поспал. 7 часов на пляже пролетело даже незаметно. Вот вроде смотрю на себя, чуть-чуть даже подзагорел. Вот, что еще интересно? Ну, ничего такого прямо сверх интересного не произошло, так как людей было на пляже мало. Но, как я уже говорил, мне так даже больше нравится. Мне было шумно. Шезлонг вот взял себе спокойненько. Так обычно вот, в сезон они платные, там евро 2, наверное, за него берут. Так вот бесплатно достался. Что еще? Ну вот вроде все. Розеточку я нашел там.
даже две розетки в двух местах. Ну, единственное, что не знаю, подходит ли туда электричество. Но если даже не подходит, то там, где я лежал, там все-таки один барчик еще такой дежурный работает. И понятно, что у них есть свет, потому что завтра можно будет дать им евро или угостить их бутылочкой пива, и они дадут подпитаться энергией для плитки, чтобы сжечь угли для кальяна. Ну а сейчас я уже вот подхожу уже к гостинице. Пойду в магазинчик. Блин, камушек попал. Пойду в магазинчик, куплю что-нибудь, съем снова, поужинаю. И куда-нибудь схожу в город. Уже все сниму, все покажу. Ну вот я зашел в местный магазинчик прикупить чего-то. Ничего не понятно, кроме цен, конечно, все в евро. Когда хочется что-то такое товар купить, непонятно, что там внутри находится. Вот уже полчаса хожу, пытаюсь найти что-то знакомое, как дома. Ладно, иду дальше.